Жители Владивостока пожаловались на поступление сточных вод в акваторию бухты Федорова. Управление по вопросам топливно-энергетического комплекса совместно с Примводоканалом обследовали сети и выявили засоры в хозяйственно-бытовой канализации, а затем порывы на сетях теплоснабжения. Все они оперативно устранены, однако, по словам начальника управления по вопросам ТЭК Сергея Ткачева, поступление сточных вод хоть и уменьшилось, но не прекратилось целиком. От жителей города поступило жалобы на поступление в бухту Федорова в районе яхт-клуба «7 футов» сточных вод в акваторию. Вследствие выездных мероприятий было выявлено, что действительно через ливневую канализацию попадает частично из-за засоров на хозяйственно-бытовой канализации стоки. Оперативно подключился Приморский водоканал, были устранены эти повреждения, но после этого также осталось поступлением в ливневую канализацию вод теплофикационной воды вследствие повреждений на сетях теплоснабжения. В ходе обследования было выявлено два повреждения, которые в настоящее время устранены. Дальнейшее обследование выявило повреждения еще на абонентской сети ТСЖ. В настоящее время там организовываются работы для его устранения.